Здравствуй, Норвит. Смотрю, здесь очень нарядно. Ведь скоро Йоль, Эйвор. Середина зимы. Время пировать, драться и состязаться, чтобы урожай был богатым. Йольнир, бог Йоля, улыбается нам. Скоро дни станут длиннее, а все живое начнет пробуждаться. Так это ты постарался? Не я один. Мы с Суневой повстречали нескольких, скажем так, гуляк. Украшениями занялись они. Сунева устроила кулачные бои. Славная потеха. А я открыл свою лавку. Но вместо серебра там будут расплачиваться йольскими монетами. Я их сам сделал. Да, вижу. Ручная работа. Спасибо. Итак, чтобы праздник удался на славу, придется потрудиться. Нам нужно вдоволь мяса и пива к йольскому пиру. Чувствую, ты поручишь это мне. Кому же еще? А в знак своей признательности я дам тебе йольских монет. Увидимся на празднике. Норвит, у тебя тут и правда очень уютно. Еще бы. В странствиях мне удалось найти много необычных вещиц. Я готов продать их за йольские монеты. Интересует? Скажи, а как получить эти монеты? О, это проще простого. Нужно лишь участвовать в праздничных забавах и помогать жителям поселения. Ты заботишься о нас, Эйвор. Так что я упростил тебе задачу. Еще увидимся. Эйвор, тебя-то мне и надо. Сунева, Норвит сказал, ты что-то задумал? Состязание кулачных бойцов? Лучшее состязание, какое видели в этих краях. Правила есть? Да, все просто. Дерись и дерись! И помни, Эйвор, чем больше участников, тем больше награда. Если найдешь еще бойцов, приводи их всех ко мне. Так что же, приступим, о мой могучий друг! Да, я всегда готов.
Thank you.
будет двое, будет лишь один. Thank you.
могучий друг. Хочешь подраться? Нет желания махать кулаками. Что это у вас тут? Новая йольская забава. Дикие мишени. Надо быстро сбить как можно больше вращающихся целей. Может, хочешь попробовать? А подай-ка мне лук. Сосредоточься и стреляй. О, Фрея, вот это место! Пращуры могут гордиться. Рада, что поставил на тебя. Ты прирожденный стрелок. О, Фрея, вот это меткость! О, Клодина, отлично! Ты прирожденный стрелок! Уже почти все, Эйва! Пращуры могут гордиться тобой! Отлично! О, Фрея, вот это меткость! Пращуры могут гордиться. Рада, что поставила на тебя. Ты прирожденный стрелок. О, Фрея, вот это меткость! Отлично! Рада, что поставила на тебя. Время на исходе! Великолепно! Ты отличный стрелок! Не думала, что увижу такой результат. Скажи, что произошло? Эйвор здесь! Хвала богам! Хотя они явно оставили нас. Прости, Эйвор, но я должен сказать, Теклы нет. Что? Она погибла? Нет, нет, нет. Она ушла по делам, оставила ученика за старшего. Он-то все и разгромил. И кто же ее ученик? Один парень по имени Аке. Он должен знать, что тут стряслось. Найди его. Я? Почему не ты? Кому-то же нужно тут прибраться. И я, признаться, здорово перебрал. Иди. Моя чаша опустела. Как жить дальше, если больше нечего пить? Горе само себя не утопит. Huh?
Покажи мне. Это верно, Аки. Следопыт из пьяного никудышный. Вот они. Внизу. Но где же тогда бочки? Эй. Ты ведь Аки? А ты кто? Ты меня не знаешь? Я Эйвор, мы стеклые друзья. Расскажи, зачем ты разгромил ее пивоварню? Неправда. Я бы такого не сделал. Это все те разбойники Саксы. Я убью их всех до единого. Разбойники? В Рейвенсторпе? Мы с ними сдружились. Я позвал их пробовать свежий эль теклы. Мы начали пить, а как я проснулся, бочки исчезли. Но теперь мы с тобой все исправим. Кулаками. Ты напоил разбойников, они повели себя как обычно, и ты хочешь мстить? Аки, да ты едва на ногах стоишь. Вот как? Думаешь, я ни на что не гожусь? Смотри, как дерутся пивовары. Опусти руки. Посидим в пивоварне, пока ты не протрезвеешь. Хватит болтать! Бейся! Ты пьян. Даже в нашем клане не бьются столь сильно захмелев. Хватит! Успокойся! Нечестно! Я был не готов! Аки, иди в пивоварню. Я приехал из-за моря, чтобы учиться у мастера-пивовара. Текла доверила мне свой лучший эль. А теперь его нет. Тебе трудно понять, каково это — бояться подвести человека, которым восхищаешься. Давай договоримся. Мы вернем твои бочки. Я все сделаю. А ты стой у лодки и ни с кем не дерись. Хорошо. Они точно у разбойников. Кричи, если что. А то слева и ты все-таки бьешь слабовато. Мне нужна твоя помощь, Сюнин.
Нужно быть осторожнее. Так, где же они спрятали Эля? Сейчас ты умрешь! А? Видишь, Сюнин? Эль Теклы. Я узнаю эти бочки где угодно. Она и правда мастер. Так, где же они спрятали Эля? Отнесу бочки к лодке Аки. Сюнин, разведай местность. Эй!
Что предложишь сегодня? У тебя есть для меня заказ? Ты деньги за это сможешь получить и развлечься заодно, скорее всего. До меня дошли слухи, что на торговом пути поселился какой-то с твоими товарами. Это будет расплюс. Увидим.
Умри! Здесь лучше не шуметь. Что ты видишь, Сюнин?
Что ты видишь? Смотри, Сюнин. Покинуть Мидгард. Сюнин, укажи путь.
Дай взгляну. Эйвор, обязательно это купи. Это все? Мне. Увидимся, Эйвор. Эйвор. Посмотрим на карту союзов. Я передумал. Может, пойдем в твои покои? Зачем? Я же велела быть осторожней, разве нет? Винфрид, Бертон, какие-то вы мрачные. Я не мрачная, я злюсь. Этот болван выпустил всю скотину, которую мы растили для пира. Просто взял и выпустил. Что, правда? Зачем? Потому что я волк-одиночка, которому никто не указ. Не веришь? А если я скажу, что повел скотину пастись к реке, но одна корова так на меня зыркнула, что я испугался? А, в это поверить проще. Так вам помочь разыскать скотину? Возьми с собой Бертома и защищай его от всяких ужасных коров. Давай, сынок, иди с Эйвором. Хорошо. Так где именно тебя напугала корова? У реки. Вон в той стороне.
Я вообще скотина не боюсь. Но та корова так на меня зыркнула, я думал, мне конец. Они ведь здоровенные. Зато теперь ты сможешь преодолеть страх, в котором не хочешь признаваться.